Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net, Unit 1, секция 5, упражнение 105. Read, compare and remember. Прочитайте, сравните, запомните. Мы будем работать с фразами like to do и like doing. Переводится «нравится что-то делать» и «нравится занятие». Смысл у фраз одинаковый, поэтому для разнообразия своей речи мы будем использовать и первый вариант, и второй вариант. Example. I like to travel a lot. Это все равно, что I like traveling a lot. В первом случае I like to travel a lot. Мне очень нравится путешествовать. Мы говорим с помощью глагола travel. Да? Мы говорим, что нам нравится путешествовать. Во втором случае мы выражаем наше увлечение с помощью существительного traveling, путешествие. Но смысл сохраняется в первом и во втором предложении одинаковое. Да? Мне очень нравится путешествие. Понятно, раз нравится путешествие, значит, будет нравиться и путешествовать. И наоборот. Давайте еще посмотрим на предложение I like to draw best of all. I like drawing best of all. Опять же, смысловая нагрузка у предложения одинаковая. Но в первом случае мы используем конструкцию like to do, да, like to draw. Больше всего мне нравится рисовать. Рисовать — это глагол, что-то делать. Во втором случае мы используем существительное drawing, рисование. Больше всего я люблю рисование. Ну, соответственно, если я люблю рисование, то я люблю рисовать. И наоборот. Смысловая нагрузка одинаковая, поэтому между этими выражениями like to do и like doing мы поставили знак равно. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.